Очень многие думают, что захватывающие романы пишут только столичные авторы. Сегодня мы развеем этот миф. Татьяна Русакова прочитала роман нашей землячки Веры Мосовой. Утверждает, и тема, и исполнение вполне достойны. Здравствуйте! Сегодня я хочу ваше внимание обратить на роман Веры Мосовой «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Вера Мосова – это новый для нас автор. Я думаю, что Веру Евгеньевну знают многие тагильчане, ведь она родилась на Урале и работала в Нижнем Тагиле. Эта книга – первый опубликованный ее роман. Он переносит нас во вторую половину XIX века в поселок Барачинский, Нижний Тагил и Екатеринбург. А рассказывает он о большой дружной семье Беловых. Какой XIX век без тайн и загадок? Сюжет романа довольно закрученный, и поэтому он держит читателя в напряжении до последней страницы. Еще привлекает то, что большая дружная семья Беловых не распадается, в отличие от многих современных романов, а только пополняется новыми людьми, потому что в основе ее заложена любовь, которая все понимает, поддерживает и помогает жить этой большой и дружной семье. Читайте сами, читайте с нами. Книгу вы можете спросить в Центральной городской библиотеке и ее филиалах. И помните, что день, прожитый без книги, потерянный день.